Астана обыграла столичный клуб «Жинес» в матче Кубка Лиги Казахстана по футболу со счетом 2-0. Игра прошла в Туркестане. Команды не смогли выявить победителя в отведенные 90 минут матча. В итоге Астана сумела поразить ворота «Жинеса» лишь в дополнительное время. Причем дважды. Сначала отличился хорватский защитник клуба Карло Бартолец, а затем нападающий Усман Камара поставил точку в матче.